Подготовка общеобразовательных учреждений к новому учебному году, анализ аварийности на автомобильных дорогах – эти и другие актуальные темы обсудили в районной администрации на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. За прошедшие месяцы 2018 года статистика аварийности на автомобильных дорогах по данным отдела ГИБДД Межмуниципального управления МВД России Щелковская показала снижение количества ДТП с пострадавшими на 7% относительно аналогичного периода в 2017. В целом наблюдается положительная динамика. Большое же внимание комиссии было направлено на подготовку общеобразовательных учреждений к новому учебному году. В 2017-м в Щелковском районе стартовала муниципальная программа «Дорога к школе». Продолжилась ее реализация и в этом году. Так, ко Дню знаний к 5 школам городского поселения Щелково, а также поселений Трубинская, Гребневская и Медвежьеозерская, согласно с тем нормативам, были обустроены безопасные и комфортные маршруты. Считаю, что основной задачей является обеспечение безопасности пешеходной логистики при проведении 1 сентября, соответственно, и начала учебного года. Остальные вопросы, все текущие, будем рассматривать, соответственно, запротоколировать и в виде решений выдавать вам для исполнения и контроля. Также комиссия уделила внимание ряду вопросов по обращению жителей и руководителей учреждений. Анна Блиет, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».